Здравствуйте, дамы и господа. Как ваше ничего? В общем, да, мы все-таки пришли к этому. Сегодня финальный стрим по Якудзе. Ну, то есть, может быть, потом еще будут стримы по сайдам, но 100% завершение сюжета именно сегодня. Сегодня весь день будем играть в Якудзу. У нас нет никакой зависимости. Но между тем, почему бы не поиграть, верно? Верно? Что такое? А, слышу? Вот ты! Сидеть! Так, вот ты! Сидеть! Так, а он на канулаторе в центре сидит. Слышишь ты, тебе мальчик нужен. Не-не, подожди. Не верю. Ля, какой он мудак. Он нашего мальчика овнит. Господи, он нас овнит. Капец, он такой мудак. Так, подожди, блин, я не то хотел сделать. Так, ладно. Простите, пожалуйста. Быканул, был виноват. Так, и теперь, пока он этот, мы его овнем. Давайте, ребята! Господи, он не сдается. Как нам завалить этого рейд-босса? Прости, пожалуйста. Мы не овнем совсем. Нормально! Нормально овнем! Овнем! Прости, сейчас опять эти звуки пошли. Давай! Это плохо. Или хорошо? Я забыл. А, ну все нормально, о чем волновались? Я опять не понял, что я так и не понимаю до конца эту игру. Какого хера? Позволь задать тебе вопрос, Сайки. Если я поручу это тебе, какова вероятность, что тебе удастся их уничтожить? Хай. 99,9, конечно. Господи, ты на себя посмотри. Лёкайしました. Предоставьте это мне. Я их уничтожу. Я вас мифи. Курица. Это курица, блин. Но. Хорошо. Серьезно? А, я понял. Да ты ладно. Вот это я понимаю. Вот это жизнь. О, да, ачивочка на новом месте. Да, вот это карьера у чувака, да? Две недели назад бомжевал. Что ты так на меня смотришь? Я. Эгао де гумакасу на те. Икра нанда? Такаин даро? Сонна кото най ё не. Сонна кото ва най зо. Ясуй, ясуй. Ки ни суру ходо де мо най зо, кареши. Вот что она на нас так смотрела. Сман, сман. Сайшо ва соу мутте танжа га. Йоку га де танжа. Нинген боннно га 108 му ару кара но. Шо га най жаро. Да, есть подозрение. О, господи, идти... Есть подозрение, как они стали банкротами в прошлый раз, ты знаешь. Косуга теперь богатый бомж. Косуга теперь однозначный бомж, я бы так сказал. Потому что 10 миллиардов отбить. Это с нашими доходами в 5 миллионов за раз. И я вообще хз, как это, собственно, может работать. Алло, у тебя тормоза, блять, вообще где? На дорогу смотри, тварь. Кого? На завод пойдете. А зачем, типа, распускать? Вы же просто братва, которая рвется к власти. Вы просто могли бы сделать их помощниками депутата там и всякими там чиновниками. Ну, как это? Ой, ну это ж Япония. Еще не
Токотон, таношимеру хоуницкана, умуру наюна. Чел, я 57 уровня, я тебе сейчас так... А, понял. Я думаю, сработало то, что я 57 уровня, ему сказал, он такой, оп, я с вами. Саечка стоит такая, а, оля. О, эпик, я скучал по этому говну. Боже, этот рыцарь сраный. Так, что у нас новое? Я половину ударов не помню. Я, блин, полнедели прошло, я вообще забыл, как эта игра работает. А, во, сейчас я покажу эпик. Ура. У меня же новые суперудары появились, давай. Пок. Пок-чам. Сила фантомной энергии! О, чат, хочешь сейчас получить... невероятную силу кринжа. Хотите или нет? Оно стоит 70, но... Да ладно, я это сделаю, лол. Криминальная драма! Я Даше это показал, когда качался, она такая, как в том меме, нихуя себе, пацан. Ну да. Вот. Ага. А это я даже не помню. О, давай тебя. Ох, хорошо-то как, боже. Блин, я скучал на самом деле. Да похер, давай делать красивые вещи. Сюда! А это что такое? Так, подожди. У него самые пафосные и крутые, да? Да, я прошел арену, поэтому перекачался. Ну, не перекачался, как показывает практика, но стал заметно сильнее. Давай. Боже, это музон. Сюда! Криминальная драма! Сюда! Это какой-то ай-я-я? Думаешь, да? С чего ты пришел к такому выводу? Не совсем понятно. Хер его. О, боже. Боже, смотри, как оно ирное происходит. Поножовщина табуретом кидается. А у нас там удары Одина. Да вы чё, он только вышел, не убивайте его. Он прикольный чел. Это же Кирию. Нанда. Ля, какой. Бывший четвертый председатель клана Тодзи Кадзума Кирю. Анта в мискетанка. Ой, девочки, да? Это что, панты перед Кирю? Юша! Уговори той гуга! Ну что ты снял-то это, ну? А давайте все разденемся. Я смотрел такое кино. Ну вот.
преступники такие, ну все, идем работать честным образом. Да мало ли что он сказал, он прямо не сказал, что он его батя, значит, он не его батя. А? Понимаешь? Мы как эти бан думаем. Вот и все. Но если он батя, то это просто пипец. В тюрьму посадил, выстрелил. Мы самый лучший батя. Коре ухитра сегодня тема укры. Кесангата. Аракава но шитая минато не агата. Да ты шо? Да в смысле? Блин, ну реально жалко. Слушай, если он наш батя, то в результате это бы объяснило, почему он ради нас так легко лишился пальца. Либо он просто дохрена честный человек. Либо у него много пальцев. Ну да, так идешь, понимаешь, за хлебом. Видишь, кого-то обижает, взял палец себе, отрезал и пошел дальше. Отвратительный чат, я тебя осуждаю. Отакра но кёрюк нанзу каринактэму Аракагумия сайсэй сасмасио. Хигаси не ацматта омиренго но ренчу о табанете не. Ну логично, там столько быков, блин. Аракага хета уттоно. Рот закрой свой. Мне, кстати, из них больше всего он нравится, из лейтенантов. Боже. Батя. Ай, пусти. Ой. Батя. Батя. Давай. Трагично вышло очень. Пять сосны. Ну сосны. А ты мне чё? А я тебе писечку, писечку, писечку. Как в той песне, понимаешь? Простите. Давайте просто признаем, утка по-пекински — это миф. Недостижимая мечта. Хорошо? Утка по-пекински — это как круглая земля. Ну да. Я, кстати, недавно опровержение придумал тому, что земля круглая. Вполне себе логичная. То есть, если бы ты летел на самолете прямо, а земля была бы круглой, то ты, получается, просто вылетел с земли бы, но самолеты еще ни разу не вылетели с земли, понимаешь? Куда-то в космос. Следовательно, земля плоская. Это как если земля была бы вогнутая, а самолет летел прямо, он бы врезался в землю, понимаешь? Потому что она бы искривлялась. Господи, ну это... Шах и мат, аметисты. Гравитация? Гравитация придумана рептилоидами. Чел! Мне за тебя стыдно. Но если бы земля была плоской, то самолеты бы вылетели за ее край? Я тебе так скажу, то есть, блин, это очевидные вещи, которые нужно объяснять походу всем, да? Ты же знаешь, да, что с края земли нет городов? Города, они все на земле находятся, поэтому зачем самолетам вылетать за край, если там нет городов? Ты что, глупый, что ли? Бля, вы меня удивляете временно. А еще, если лететь против вращения земли, можно время назад перемотать. Я не понял, да ну нах, какое вращение Земли? Вокруг чего она вращается? Как она может вращаться, если она плоская? Не понимаю. Вокруг центра, очевидно же. А, вокруг Москвы, в смысле? Понял. Не, ну это многое проясняет. Касуга-кун, шикаку-гакку-ни-кайоттеру-н-датте? А, нанька, оре нимо торесонамоно, арка на. Шикаку тте нанимо мотте наин да не. Чоуриши тока додай? Лёри умай си. Нанка мотто ко. Сыси не солидно, ни хера себе. У меня диплом повара-кондитера 4-го разряда, я им очень горжусь. Слышишь ты? Господи, обдали говном. Обидно. Лучше быть бандитом, конечно. Угу. На полставки. На побегушках у Этибана. Пошёл ты. Немая пауза. Просто молнии в воздухе летают. То есть прямо здесь, прямо сейчас, на улице? Алло? Не, ну я понимаю, конечно, все в рамках закона, поэтому получите из огнестрельного, блин, оружия вам прям хлеб. Ваши
無数の命がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ。ヒロは。次に青木の方が行って先を呼んでるってことか。苦戦しているようだな。Арфу, привет. Чатик, здравствуйте. То есть вчера ты нам подарил надежду на возвращение нормальной стрима. А сегодня опять тянул вот в это. Что же мы наделали? В чем мы виноваты? Гумитуса. Ластный Вауаин. Ну типа, как бы, да, вот написано же финальный стрим. Что же мы наделали? В чем мы виноваты? Да проходим сюжет, если... А, блять, у нас уже 12 миллионов почти денег. Простите, аж матернулся. Спасибо, конечно, сверху положил на свою стопку, короче, эти три маленьких стопочки. Но прикалываетесь, да? Серьезно? То есть... Не, ну политика из него получится хороший. Это твоя предвыборная будет речь, понимаешь? Что-то я не догоняю. Твой слоган. 18 лет тюрьмы в политику, да? При этом за убийство в тюрьме сидел. Итибан Касуга, наш кандидат. Что-то я не догоняю. На транспарантах будет написано. В вашем районе стало чисто. Вы не можете найти ни одной банки в мусорке. Итибан Касуга уберет ваш район. Насигама на проезжем шоссе. Так, хорошо. Насигама на проезжем шоссе — это как Навсекая из Долины Ветров. Это аниме новое от Хаяо Миядзаки. Боже, я помню японские имена, да что со мной? Спасите, пожалуйста. О, боже, мне страшно. Я выговариваю японские имена, более того, я помню их. Доскете. Просто трусы. Так. Соя, тайцы то стокинг, ты нани га чигаунда? 生地が薄いのがストッキングで、厚いのがタイツね。ざっくりだけど。あれか、ボクサーパンツとトランクスの違いみたいなもんか。え、何が違うんだその二つ。ん？あれ？そういえば何が違うんだ。わからん。トランクスってデカパン？おい、新しい種類出すんじゃねえ。余計わかんなくなるだろう。俺たちって何も知らねえんだな。男のパンツもわからねえなんて。そんなパンツくらいで落ち込まないでよ。じゃあ俺が今履いてるこのパンツは何なんだ。あぶっこだ。ああ、я понял。Да, бандитов нет, потому что я надел специальную фенечку, которая убирает всех бандитов с улиц. Это может помешать мне прокачиваться дальше, но, повторюсь, мне уже, по-моему, не нужна прокачка. Я уже прокачан достаточно для того, чтобы всю игру, собственно, бед не знать. Я же прав? Я же прав или я прав? Посмотри справа. По-моему, я прав. 58 уровень у всех, это как бы вполне себе неплохо, по-моему. Не прав? Это ты не прав. А я прав. Не прав. Нет, ты не прав. Прав. Ну да, вот я прав, и ты прав, получается. Ты прав? Да, я прав. А может, ты? Да, ну я прав, да. Дартс? Тут есть игра дартс? А вот. Нет. Ну нет. Чего нет в этой игре? Хоть чего-нибудь, нет? Здравствуйте. А у вас есть дартс? Я хочу поиграть в дартс. Итибан Касуга, блин. Бля. Ты сука! Ты изгнан из команды, понимаешь? Хэт-трик. А, сейчас тебе будет хэт-трик. Поедешь в Корею свою. Изи. Ой, боже. Кажется, мы проигрываем. Изи. Ой. Слушай, я тебя изгоню из команды, ты знаешь? Придется снова кланом каким-нибудь, да, рулить? Да, да, снова пойдешь там, вот это вот будешь... Все, я с тобой не разговариваю. Найс, Том. Ха-ха-ха-ха! Это каншоу-да! Что ж, вот оно как. Если что, можем еще сыграть. Говно вопрос! Съебал с команды. Зрачок ему кидай! Капец, ты токсик. Ха-ха-ха-ха!
По смыслу. Что ты там мявлишь? Дави его. Уведите, уведите это отсюда. Да, блин, он просто маэстро. Касуга наш, наш кандидат. Ну все, бомжи с нами. И проститутки тоже. Да. Садись в машину, давай в погоню. Скинем его, блин, с пирса. Ичибан, молодец. Боже, я когда играю в эту игру, у меня какие-то... Я не хочу больше эти звуки сдавать никогда в жизни. Оре, оре. Я не хочу и эти звуки больше никогда издавать. Чат, ты просто забудь про это, ладно? Тебя даже на персоне так не штырило. А когда камера выключена, меня всегда штырит. О-оу. Жесть, F. Вот этого я не ожидал. О, Касугу накрыло. Чел, мы тебя два раза избили уже, что ты выпендриваешься? Сана. Ну, то де мы идар, сон не удо. О, у него меч. Доставай свой микрофон. Может быть, раз и навсегда уже сдохнешь. Третий раз тебя бьем, чел! О, нет, он оружие схватил. Сказал он, сбитый в руках. Вас четверо, вы тоже с оружием, у одного пистолет есть причем. Получи... Не, подожди. Подожди. У нас же друганы есть новые. Давай. Ля, эпик. И молния, да? Кайф. Прям в цвет. А, все? Сколько же он ему нанес, боже. Я думаю, что мы не полностью снесли, это просто старая фаза пошла. Только не трось. Это с этих хлещет. Давай, все. Получи, чат. А то вы правы, курочка очень редко бывает доступна. Обелете. Боже мой. Ага. Сила мысли кончится. Все под контролем. Вообще не волнуйтесь. Я полностью контролирую эту битву. И я слегка перекачан. Это изи. О, подожди. Я же купил гранатомет в китайском квартале. Сюда! У меня трость. А у меня гранатомет.
そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。どうしよう、全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。Отнес в баню его, да? それまでもずっとそうやって生きてきた。Так, так, так, подожди. Так, я запутался, подожди. То есть это молодой господин в результате его сын? А кто тогда сын? Подожди, это их сын там получается? Так я не поняла, там несколько детей в камере хранения оставили, ты шо? Так подожди. Да, мы вначале говорили, что в то время в Японии было много случаев подобных, что детей оставляли в камерах хранения. А прибегает, а там уже нету. А там этот забрал. Ага. И думает, это его сын. Да там во всех дети, походу. Фу, чат, отвратительно. Подожди, это и... Это такой жесть, поворот вообще, боже. А у Аракавы настоящий ребенок. Это Ичибан. Нет, подожди, я запутался. Теперь понимаете, да, почему мы не объясняем сюжет людям, которые пришли, такие, что я пропустил? Вот как это объяснить? Да, такой небольшой деталь, да. Какой? Ояжи не цели дасали тану га. Да нет, серьезно. Ояжи но хонтоу но кова дого ни итта. Ояжи но онна га намай о Акане сан то итта. Соште, ояжи то сири ау май ва тоген кё тте соопу де хатарайте. Ну все понятно. Масака. Блин, это очень печально на самом деле. Он только наладил контакт с батей, и его убили сразу. Правда, батя стрелял в него из пистолета, и так и не объяснил этого. Потом выкинул его на помойку. И в тюрьму посадил. Но это ладно. Все-таки Кратос нормальный отец получается. Слышишь, Вальдер? А что, Ити не перехолодился? Получается, силен с детства? Ну смотри, тот лежал ножками вперед, у того ножки отморозились, этот головой вперед. Так, и тут я понял. Такой, блин. Ханаши уцкеру. Э? Даре то? Аоки Рио то. Ханаши уцкеру. Э? О, вагата. Орера мо ику кара ё. Боже, это бригада. Не, ну мы с тобой пойдем. Ой. Я обожаю эту игру, боже. Пять сосны. Еще надо посадить сосны. Сосна садится, как говорится, ловыха мутится. Так, подожди. Меня опять его дали? Ну ладно. Попробуй не вырасти такой. Угрожает растениям. Ну и Тибану, понимаете. Тут есть карты? Тут чего в этой игре вообще нет? まあ1階の洒落た感じと違って2階は実家っぽいよな。トランプって何やるんだ？七並べ？そりゃやっぱり大富豪でしょう。人が多いほど盛り上がるわよ。お、いいね。Давайте в дуракан раздевание。ホームレス連中と毎晩やってたから俺強いぜ。俺も刑事仲間とやってたな。負けねえぞ。コミジュルでは私が一番強かったんですよ。ところで八切りってありだよね。イレブンバックは七渡しは何ですか七渡しって。あ、それより階段はありますよね。なんかやる前から盛り上がってきたな。ローカルルールが面倒なのでババ抜きにしましょう。Окей. Какие-то карточные игры непонятные, да, в Японии. Согласен. С кем он разговаривает? Со своими воображаемыми друзьями. Бля. Да я не смотрю на экран, я смотрю в чат. Машина, отойди!
Девушка, можете отъехать? У нас здесь война. Драка на проезжей части — это очень опасно, дорогие зрители. Никогда не занимайтесь этим в реальной жизни. Бесит, когда на работу опаздываешь, на дороге якудза с косплеерами месяца. Да, раздражает. Да, блин. Да сюда иди, господи, в чем проблема? Здравствуйте, Сумеретян, мы можем поговорить? Hi. Конечно, но принеси мне 5 бонсаев, иначе никогда. О, принес. Может, подарить ей еще один бонсай? Или даже сразу 5? Ну на, свои бонсаи. Вот, Сумеретян, это тебе. Ого, столько бонсай? Это правда мне? Я их обожаю, они просто чудо. Я чувствую, что мы с Сумеретян стали ближе. Рад, что ей понравились подарки. В смысле? И это все? А может быть тебе 10 теперь подарить? Если я покажу, какой неудержимый может быть моя страсть, требуется страсть 10 уровня. Вот это развод на бонсае. По бонсае Лэй бросила? Она просто перепродает эти бонсаи по завышенной цене. Неси, бонсай, неси. Ты же не будешь с нами драться? Да вы прикалываетесь там, что ли? Я не пойму. Я хочу, чтобы вы узнали, как я хорошо дерусь. Посмотрите на меня. Видите, как мощные мои лапища. Я думаю, у него проблема на 6 игр серии, да, от этого? Потому что он вот такой вот. Ичи тоже раздевайся. Это 4-й ребенок из ячейки. Блин. Как же вы плохо шутите. О, господи. Ащ. Давай покажем, кто у нас тут босс качалки. Хадати Намба, раздевайтесь тоже. Хан, не надо. О, девочки, держите меня, я же не железная. Мне, говорит, вообще плевать. За счет ударов это пошлепщина. 57 уровень. Почти как у нас, но у нас 58, чел. Ты просто обречен. Быстрая комбинация. Называешь это ударом, да? Хорошо, хорошо, ладно, хорошо. Я от такого напряжения сам разделся. То ли еще будет. Халк смэш! Можешь тоже раздеться. Девочки скажут спасибо. Тигр против дракона! Ну откуда же машина в здании, придурок? Ну, Сыся, молодец! Да все нормально. Блин, он бьет только меня. Как бы он меня не убил бы. Держись! О, живой! А теперь за это ты ответишь. Ох, как же ты ответишь. Как же ты ответишь. За соски поймал. О, боже. Серия ударов. Больно ты чё, чел? Спокойно! Он его заземлил. Ну ладно. Вот это я понимаю. Я первый раз сделал это, кстати. Господи, да он просто огнет эти удары. Так, не бей лежачего! А как же честь и прочее? Понял. Что, на меня опять? Ну давай. А, блин, я из-за камеры не мог увернуться нормально, такое ощущение. А как же лежачих не бить? Как же честь? Больно. Эти удары больше всех. Куда ты покатилась, Сэ? Боже, посмотри на нее. Она в порядке там, нет? Да вроде нормально все. Да, это был не самый зрелищный финал, но это было не так уж и просто, на самом деле, хочу сказать. С
смотрю, он пафосно стоит, а мы огребли, при том, что мы убили весь раунд. Как обычно. Эта игра вся состоит из таких сцен, когда ты просто бьешь очередного босса, а потом в катсцене такой... Не ожидал такого, да? Так, подожди, к этому я готов не был. Боже, слишком сильно по голове попали. Блин. Убежище Исиода — это здание на углу района баров. Такие, как он, всегда держат козырь в рукаве. Будь осторожен. Козырь в рукаве. Что она хотела сказать? Что оторвать ему рукав? Можно, пожалуйста, попозировать немного нам? Попозировать немного, пожалуйста. Почему все позируют, а она не позирует? Так, опустить камеру. О, боже мой. Осуждаем такое поведение. Маска? Угу. Так, ну в принципе норм, кстати. Угу. Хорошо. А надо было позировать, потому что... Блин, лучшая игра на свете. О! Что? А? Что? 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 Не факт. А это фэк. Это импостер. Он слишком умный для нашей компании. А на типа зоргослужбы. Ты чего умный такой, слышно? Боже. Шинра. Йоши. Иду! Бля, красиво. Блин, а можно интерфейс убрать? Подожди, как она там работает-то? Так, мы же можем... О, господи. Ты еще очки-то надел, чел. Вот так вот встаем. Улыбнись. Быстро. Во. Парнишки. Да хватит раздеваться, господи. У тебя костюм реально, он просто похож там на трех ниточках. Вот это зашивается постоянно. Как вот стриптизеров. Как вы это делаете? Вы тоже раздевайтесь. Говорят, это сложный босс. Погнали. Ты раздевайся. Я и так в трусах сижу, чел. Ага, в катсценах он, короче, как обычно, нас овнит. Потом мы его бьем в бою, потом опять катсцены, он опять нас овнит. Так, посмотрим, что ты можешь. Следующий ход его. Ну давай, ну, покажи. Пизде, господи. Разговоров-то было. Что-то не сильно впечатляет пока, но это пока.
зря я это сказал. Зачем я это сказал? Непонятно. Великая легенда явилась, чтобы устроить ни с чем не сравнимую взбучку, наносит колоссальный урон всем противникам, используя приемы, достойные дракона. Что? Блин, они опять срывают. Хватит срывать тебя костюмы. Горячие мужики снимают с себя костюмы. Что еще надо, девочки? Мальчики? У-ху-ху-ху. 338? Серьезно? Кириюда, ты, оказывается, такой себе, да? Понятно. Все бьют слабо, потому что потратили силу на срыв одежды. Правая десница бога. Ну ладно. Окей. Шо? Шо? Подожди, что я делаю? Что происходит? Это Крид был, типа, на полную... Понимаю. Есть! Ля потный. Вы прикалываетесь. Шо? Выдан орден на арест Риаоки за подстрекательство к убийству. Аоки Рио – это не Аоки Рио – это имя, да? Пипец, сделал все его жизни. Пипец ему обидно, он сейчас в ярости, наверное. Прикинь, он 20 лет над этим работал. Кучу людей завалил, которые, в принципе, ему, возможно, даже дороги были. Хотя нет, получи, тварь. Что? А? Что? Слушай, мы опять в катсцене люлей получили. Кстати, он его побил и одел после этого, да, Касугу? Да тебя записывают, чел. Мы его просто каким-то образом склонили на свою сторону. Ага, ну все, теперь ты сядешь точно. А не надо было говорить ему, что, типа, он для тебя пешка, и никто и заменит его легко, просто при желании. Да? Тут был чел, который мог скопировать любую внешность, это был профессиональный убийца. Это сложно объяснить, короче, просто смотрите. Ичибан, ты же тупой, как так? Ага. Что, опять? Ну ладно. Самый сложный по задержи, да? Что, первая за игру КТЕ битва? Ликвид! Ацелат! Я же нажал? О боже, там снизу эти дерутся пипеги. Боже, какой эпик происходит. С Антошкой поиграли тут немножко. Я начался. Пипец. Даре мо хонто но оре но кото нанка мите кречая инакатта.
まあ俺自身弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。それは違いますよ、若。おやさん、荒川の親父とは沢城の頭だけや、ずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。またお得意の家族愛でも語るのか。ジジイ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやつさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分で繋がっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。おやっさん、やっさん、後ろの頭の気持ち。いや、なごにくにまん。いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一。あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。俺、お願いです、お願いですから分かってください。お願いです。Было сильно. Мосимоси, Чичи, има дочера деска? Има кара джишу сыры. Ой. Идой жанай деска, Аоки-сан. Ваташи ва синжите та но ни. Аоки-сан но сеги ва хёхак сарета манширо на моно да то синжите та но ни. でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。Опа, у вас там вообще существует? Нет, в этом переходе. Выстрел был 50 минут назад. Куча свидетелей. Опа, скорая там. Ну, человек еще можно спасти. Знаешь, тут очень хорошо эти ван раскрылся. Он до последнего верил, то есть, в хорошее в этом человеке. Это было очень трогательно. Я не испытывал никакого, на самом деле, сострадания к Аоке, потому что он был ублюдком еще тем,
из-за него умерла куча людей. А Этибан, вот как видишь, испытывал. Это была крутая концовка, он был себе верен до конца, он был наивным, добрым, но при этом хорошим человеком. Игра офигенная. Для меня это реально за последние полгода, наверное, самое приятное удивление. Здесь все хорошо. Очень много дичи, сюжет нелепый по-японски, во многих моментах вызывает вопросы, но зато душевный. То есть он реально трогал. Крутое прохождение. Мне понравилось. Я получил большое удовольствие. そんなこっぱずかしいこと本当にそんな風に言ったのかあいつ春日さんらしいではありませんかよもしかしてその掛けがえのない仲間たちって俺らのことかもちろん私も入ってんだろうね Он любит не вас, глупые, он любит банки. Алло. Донзокумаде икя. Ато ва уэ шика ику мичи га не. Донзоку кара миэру кешики тэ на маккура жа не. Чи ни аши цукете уэ о миагэрэ я. Кибоу де кагаяй тэн да. あんたの言う通りですよ、若。Чат, не плачь, все закончилось в целом хорошо. Чат, не плачь. Последний раз соберем банки. Ну ладно, такие. Баночки, я буду по вам скучать. Баночки мои, банки, баночки. Вот это я понимаю. Вот он, баночный король, понимаете? Изи. Изи. Я считаю, для последних баночек на сегодня это было прекрасно. Я пошел кушать и отдыхать. Спасибо, дамы и господа, что сидели сегодня со мной. Вы все большие молодцы. Большущие молодцы, на самом деле. До завтра. Всем пока.